Так, мальчики, взяли девочек и сделали им заднюю подножку. Пять раз вправо, пять раз влево. Да. Ты, Маша, делай заднюю подножку. Да. Аккуратно делаешь. Маша, вон туда перейди. Андрюха, ты делаешь. Они не могут падать. Смотри, не оставляй. Смотри, падай, не оставляй, так им что-то светит. Пошли, пошли. Пошел, пошел, пять справа, пять влево. Пока прыгаешь, пиши. Левую руку отрабатываю.
Стирай. Виктор, смотри, он когда падает, он может колено себя ударить. Маша тоже самое. Бросок, не смотрит. Ведь все? Садись. Так, Николай. Так, ты можешь. Так, Машенька, прыгни туда. Да. Вот так. Ну,
должны сделать 10 передач. Если мы делаем, мы заказываем. Готовы? Начнем. Раз. Я правильно считаю. Два. Там только. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Андрюха! Так, пацаны, ко мне. Так, девочки, сюда. Да, тренер бросает. Девочки, подошли сюда. Вот сюда встали. Да, сюда. Пожалуйста, через минуту скорее покажи. Я сейчас тоже буду бросать. Смотрите, движение, да? Локоть поднимает, садится и делает бросок. Еще раз, пожалуйста, медленно. Захват, поднимаем локоть, садимся. И бросок. Так, Маша, бросаешь Николая. Бросаешь своего брата. Этот, как его? Макс, перейди туда, пожалуйста. Ну, на свою половину реально. Итак, 10 бросков через спину с колен. Иди сюда, иди сюда. Ты делаешь ему 5 раз право, влево, заднюю подушку. Пацаны, поехали. Правильно, чтобы захват бежал. Вот, умница. Вот так. Можешь даже чуть-чуть еще. Да. Долго, да. Вот. Ну так, Вика, смотри, очень сильно не садись, а то получается, смотри, очень сильно, а он большой, а ты сильно не ложись. Хорошо, так? Машенька еще раз ворачивает. Хорошо, хорошо. Сильно не приспособились. Пять. Только что. Так, что не кот? Колени не болят? Нет. Сделала? Да. Покажи. Уже на колядке было. Все. Хорошо, умный. Да. Хорошо, Мате. Перешли. Нет, мальчик ниже. Сели на колени. Вот так. 10 бросков. Ниже. Бегает Михаил. Крутой. Поймал. Эй. Ниже. Так. У вас 10 бросков должно быть, сейчас я вам скажу, за 20 секунд. Маша, вот они делают передачу, ты считаешь, раз, сделал, два. А я считаю секунды. Если за 20 секунд не сделали, мы еще. Становись в центре. Внимание. Хаджина. Раз, и два, три, четыре, пять секунд, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15, 16. Михаил, вот так держишь. Вот как ручки надо. Так, конечно, пальчик. Так, Вика. Сколько? Ты считаешь, 10 передач надо сделать? Что вы сделали? Такая 20. И ниже. Сколько ниже? Она же 20. Ну да. 20? Да, 20 секунд, 20 передач. Приготовились. Вика, стоп. Какое? Тебе надо или отбить, или забить, только пальчики так держишь. Стоп. Я 20 секунд считаю, а ты считаешь количество передач. Все, пресс, получается. Раз, два, три секунды, четыре секунды, пять, шесть, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать. Стоп! Сделали. Маша. Не-не-не, они сделали. А, иди сюда. Смотри. Ты задел. Нужно, вот смотри. Нужно так, чтобы он хоть чуть-чуть изменил направление. Ну, как бы задел, да. Ну, если бы он чуть-чуть в сторону. Хорошо? Хорошо, да? Ты считай, пожалуйста, до 20 секунд. Ты считаешь секунды. А я передачи. Посмотри. Вика, только ты не считай очень медленно, не считай очень быстро. Смотри, считай. Раз, два, три, только 20 секунд. Гата, говорю. Гата. Приготовились. Отсюда.
Первый. Первый нужно пропустить. Время, сюда. Фу. Девочки садятся. Пацаны встали сюда, в центр. Нет. Выйди, а ты там сюда. Место. Пожалуйста, возьми руку сверху, да, руку сверху. Да. Руку сверху. Вот здесь. Еще вниз. А ты руку под мышку. Иди сюда. Сейчас. Да. Значит так, ты очень высоко берешь. Я хочу, чтобы ты взял, знаешь, где? Вот здесь. Вот так. Дальше. Ты голову подмышку. Голову. Нет. Андрей, да, голову подмышку. Ты садишься на колени. И получается у нас мельница. Николай, что делаешь? Николай, посмотри, он садится на мельницу, а ты берешь тоже садишься. То есть тебе же кувырок делать, ты стой. Еще раз. Смотрите, он берет руку сверху. Голову. Голову. И. Партнер делает кувырок. Я офигеть. Еще раз. Коля, ты не скипай. Посмотри, что? Вот я не буду падать, но пока Андрюха, иди сюда. Вот Андрюха берет захват и делает мне бросок. Подворачивайся. Раз, два. Ты что делаешь? Ты берешь и садишься назад. Ты наоборот, присядь. Ты ложишься животом ему на плечи. Вот сюда ложишься, вот кувырок. И все. А ты что делаешь? Ты как бы садишься назад. Поэтому... Так, девочки, мельницу делаем. Пошли. Встали. Девочки делают мельницу. Стоп. Еще раз показываю. Стоп. Иди сюда, Андрюха. Девочки, посмотрите. Руки поставь. Любая рука сверху. Вот вы должны взять. Видите как? Вот. И здесь, вот здесь. Вот мы даже берем сверху. Дальше, ну что делаем? Ставим голову. И рука идет между ног, за ногу. И садимся на колени. Пошли. Маша должна уметь. Раз. О, умница. 10 раз. Смотри. Старайся на колени быть. Да? Рука между ног. Ты ее как бы снаружи. Так, ты берешь вот такой вот. Берешь захват. Становишься сбоку, да? И отсюда Фигурочка, смотри, ты садишься и падаешь потом. Присядь, потяни и останься на колене. Хорошо? Хорошо. Вот. Видишь, немножечко упала, чуть-чуть расслабь. Все хорошо, зашла, молодец, а потом раз, чуть-чуть расслабила. Назад бросаешь, чуть-чуть вперед. Ай, да. Вот, а девочки, когда мельницу делают, и... сделали, да? Хорошо, смотри, ставим. Пожалуйста, мячи на место. Заправились, пошли вокруг ковра. Пошли вокруг ковра. Заправили. Ай, дэмбой. И пос... Блин! Да! Ой! Вот ты представляешь, если здесь был твой брат, Макс, Вискун, и вот так на тебя раз, в одну шеренгу становись, вот здесь построили сзади, пожалуйста. Сзади девочки здесь, мальчики здесь. Считаю до трех. Раз, два, три. Так, девочки шире. Назад припела чуть-чуть. Вот так. Алинея. Дреб. Это еще не все. Дай перчатку. Да, вот. Нет, другую. Я где-то сильнее бью. Сейчас каждого посмотрим, как у кого пресс. Каждого буду бить в живот. И если не умрет, то хорошо. Так, встали вот туда. Сейчас буду бить по животу. Не надо кинуть. Встали туда. Я тоже хочу. Давай. Так, сейчас буду бить.